Уважаемые товарищи и мои друзья, хочу поблагодарить вас за то, что вы дружно собрались на открытии выставки нашей любимой партии, партии народа и для народа. Воссоздавая КПРФ, мы руководствовались одним лозунгом: крайне верна и нужна народу, и очень нужна стране. И мы выдержали все 30 лет эту клятву перед своей державой и трудящимися. Мы все годы проповедовали 5 гениальных подвигов советской власти, которая позволила восстановить в единстве нашу страну в форме СССР, которая создала лучшую промышленность и социальную систему, победила фашизм, прорвалась в космос и создала ракетно-ядерный паритет. Эти 5 достижений и сегодня служат нашей державе. Наш юбилей совпал, по сути дела, с столетием СССР, который мы ярко отметили, и благодарю, что лидеры и представители всех фракций участвовали в этом мероприятии. Он совпал с 80-летием Сталинградской битвы, и обратил, что выступление президента Путина, который много говорил о необходимости мира, достойной жизни, учета наших великих побед, особо подчеркнул, что у нашей страны много друзей. Хочу сказать, что у нашей партии не просто много друзей. Нас поддерживал на президентских выборах до половины избирателей страны. Мы имеем 12 тысяч депутатов и все структурные подразделения. Мы восстановили пионерию комсомол. Мы дважды спасли страну от гражданской войны в 93-й и 96-й. Мы все сделали для того, чтобы сформировать правительство Примакова, Маслякова, Геращенко, народного доверия, которое тащило страну после дефолта от края пропасти. Мы помогли президенту сформировать стратегию сплочения нашей державы и борьбы с терроризмом. И все сделаем сегодня для победы над нацистами, фашистами на украинском фронте. Я считаю, сегодня наступает время максимальной консолидации общества, собирания сил и мобилизации всех ресурсов для решающей схватки. Нам объявили войну американцы и натовцы. Недооценивать их возможности мы не имеем права, но мы умели побеждать в самых критических условиях. Поэтому и эта выставка посвящена прежде всего нашим достижениям и рождению партии, которая всегда руководствовалась идеалами патриотизма и интернационализма. Для нас патриотизм и интернационализм неразделимы. У нас только вместе с нами 14 на Всероссийском партсобрании будет 132 делегации со всего света. Я надеюсь, что и вы примете участие в этих мероприятиях. 17-го мы в колонном зале проводим отчетный вечер. А сегодня еще раз приглашаю ознакомиться с выставкой и благодарю вас за поздравления и за участие в этом очень знаменательном для КПРФ событии.